Игра Hello Neighbor – это необычный игровой аркадный проект в жанре хоррор с элементами стелса, экшена и триллера. Ну что, отправляемся в страшное интересное приключение с кучей загадок, тайн и секретов. Мы будем играть за паренька, который совсем недавно приобрел небольшой участок земли и обзавелся новыми соседями. Приветливая, красочная мультипликационная обстановка в районе. Все бы было хорошо, если бы не странный персонаж, живущий напротив. С недавнего времени вы стали слышать по ночам странные звуки, крики и мольбы о помощи из соседнего участка, в котором живет ваш таинственный сосед. Все указывает на маниакальную паранойю соседа, и возможно, он действительно занимается ужасными вещами внутри своего жилища. Подвал стал для него самым любимым местом, где парень проводит много времени. И именно вы должны расследовать эту ситуацию, чтобы вовремя сообщить властям о нарушениях закона. Именно так и поступают законопослушные граждане, которые стараются всеми силами сохранять покой в обществе и спасать людей таких маньяков, как ваш сосед. Выход один. Самому разузнать что к чему, попытаться проникнуть в соседский дом, а именно в подвал, ведь там скрыто что-то поистине страшное. Но будьте осторожны, ведь сосед может обидеться на ваше проникновение и навернуть вас лопатой по голове. А вот пробраться дом, мы понимаем, что он напичкан камерами слежения и разными ловушками, которые приготовил для нас сосед. А также еще множество других неприятных подарков ждет нас впереди. Чтобы раскрыть все тайны, нам придется искать предметы, необходимые для продвижения, и использовать разные инструменты, чтобы открывать запертые двери, закрытые окна или сбить стены. И все это с большим напряжением, страхом и внезапными испугами, поскольку мы говорим об игре ужасов, а не только о приключенческой игре. А фишка игры в том, что сосед обладает искусственным интеллектом, поэтому все будет не так просто, как вы думаете. Ваш сосед обучается, и он учится на ваших ошибках. Капканы и камеры будут появляться в тех местах, где вы уже лазили. В итоге он способен будет даже предсказывать ваши действия. Он очень внимательный, и так же, как и вы, он наблюдает за вами. Его секрет – это все, что у него есть, и он так просто не позволит вам его разгадать. Так что, если вы обожаете страшные и немного пугающие игры, которые заставляют извилины мозга шевелиться и порой уж очень интенсивно, тогда игра Hello Neighbor была создана именно для вас. В заключение хочу сказать спасибо Богдану, который проявил интерес к моему творчеству и порекомендовал снять обзор на игру Hello Neighbor. Кто хочет поддержать Богдана и его канал на YouTube, я оставлю ссылку на его канал и профиль в Одноклассниках внизу под видео. Еще раз спасибо тебе, Богдан, и удачи!